Сейчас вот я посмотрел на то, что есть. Вот смотрите, популяризация гомосексуализма, популяризация проституции, популяризация, вот допустим, самый популярный сейчас популяризатор, это Моргенштерн, допустим. Посмотреть на этого мальчика, и я посмотрел песню, которая вышла 5 июня. Там я посчитал слово «фак», что в переводе на русский язык обозначает то, что написано на заборе, произносится на протяжении всей песни больше 79 раз. А если точнее, 76. Тем самым я хочу вам сказать, что это прямая угроза тем детям, которые живут. И все же на него равняются. Они хотят много денег, они хотят всех посылать, они хотят быть агрессивными, они хотят красить ногти, они хотят... А это же все элемент безверия. Почему он произошел и почему так все сейчас работает? Я вам вчера рассказывал, с одной стороны бюрократическая подушка, им нужно кормиться, а с другой стороны люди, которые должны противостоять. И мир создает Моргенштерна, который убирает у этих людей возможность веры, возможность нормального существования, который говорит, что единственный метод — это обдолбаться, унюхаться, забухать, кого-нибудь убить, объединиться, отобрать. То есть это фактически эволюционная модель построения сценария насилия, которая будет развиваться по моделированию идеологии, которая в свое время была в Чили, Перу, где с одной стороны очень богатые люди, а с другой стороны классы и наркокартели, которые бесконечно воюют друг с другом, с огромным количеством массы, которые и одна, и другая система пытается всячески донимать, эксплуатировать, уничтожать и так далее. Да, это та модель, которая формируется за счет, он сам этого не понимает. Но то, что это хавают, как раз говорит о этой модели. Почему я это говорю? Эта музыка уже существовала. Она существовала в Чили, она существовала в Перу, и она существовала до момента того, когда система точно так же развивалась. Были люди, которые были довольны, были те, кто на кого-то работал, все как-то мирились между собой. Бюрократическая система росла, она налогами уничтожала людей, и начали появляться музыка, противостоящая этой системе, так как цензуры не было. С другой стороны, начали появляться люди, которым нужно было закинуться, которым нужно было уколоться, контролировать наркопритоны, контролировать порно, контролировать свободных женщин, там делали из этого, делали гомосексуальных людей, делали из этого купи-продайную систему. И сейчас, с одной стороны, наркокартели, с другой стороны, картели людей, которые у власти воруют, с другой стороны, эти несчастные люди, которые еле там выживают между огнем и между небом и землей, пытаются как-то выживать там и так далее. Ну вот это наш сценарий. Я когда-то говорил уже несколько лет назад, мы живем по мексиканскому сценарию. То есть у нас все для того, чтобы это произошло. И мы единственные, кто может это изменить. Мы, ученики школы Кайлас, люди, участвующие в РТЕ.